иное измерение русской культуры. Аполлон Николаевич Майков. «Ночь на жнитве», читает Евгений Бразуль-Брушковский. Густеет сумрак из полей, уходят жницы. Уж умолк вдали и плач, и смех детей, собачий лай и женский толк. Ушел рабочий караван, и тишина легла в полях, как бесконечный ратный стан, кругом снопы стоят в копнах. И задымилась роса на всем пространстве желтых нив, и ночь взошла на небеса, тихонько звезды засветив. Вот вышел месяц молодой, одно прозрачное, как дым, в пустыне небо голубое несется облачко пред ним, как будто кто-то неземной под белой ризой и свинцом над этой нивой трудовой стоит серебряным серпом и шлет в сверкании зорниц благословенье на поля. Вознаградила б страду жниц их потом влажная земля. 1862 год. Читано по изданию. Аполлон Николаевич Майков. Полное собрание сочинений. 9-е исправленное и дополненное издание под редакцией Петра Васильевича Быкова. Том 1. Санкт-Петербург. Издание товарищества «Маркс». 1914 год.